Нефть дешевеет, ведущие дорожают. Поэтому сегодня я здесь, на этой сцене. С кем еще не знаком, разрешите представиться. Бирин Александр Сергеевич. Сергей Александрович. Или Александр Сергеевич. Что-то я совсем запутался. Саш, выходи, мне тут без тебя не разобраться. Встречайте, специалист дворца культуры «Нефтяник» Бирин Александр Сергеевич. И заместитель главы Чернушинского района Бирин Сергей Александрович. Ну, наконец-то разобрались. Начинаем. Луч весенний незримо замечен. Вот и нет уже прежней зимы. Март 8-е. И солнечных женщин поздравляем, счастливые мы. Сердце скачет и рвется на части. Сколько стройных, прекраснейших вас. Вам любви и огромного счастья. Все желают детишки сейчас. Встречаем бурными аплодисментами маленьких звезд Чернушки. Группа «Триумф» дворца культуры «Нефтяник». Руководитель Ольга Старикова. Побед, семейной жизни, счастья и покоя. Уважаемая Майя Владимировна, пусть первый подснежник подарит вам нежность, весеннее солнце подарит тепло, а мартовский ветер подарит надежду, удачу и радость, и только добро. Уважаемая Вера Константиновна, пусть всегда женский день не кончается, пусть поют вашу честь ручейки, пусть солнышко вам улыбается, а мужчины вам дарят цветы. Подожди, ты так каждую девушку будешь поздравлять? Ну, конечно. Смотри, каким приятным. Не поленюсь сейчас, каждую поздравлю. Ну, это придется до 8 марта следующего года ждать. Продолжай, я ухожу. Хорошо, Саш, хорошо. Нет, я передумал.
Да, весна вскружила голову и всех свела с ума. Даже лед и тот тронулся. И первый праздник весны, 8 марта, вы, дорогие женщины, возвелись в свою собственность и приучили с этим мириться нас, мужчин. В этот день словно оттаивают души от зимних холодов, и все мужчины вновь стараются выразить лучшей половине человечества свою любовь и признание. А я думаю, что мы делаем это каждый день. Ведь наши женщины – это самое яркое, самое прекрасное украшение нашего города и района. Таким созвездием можно только гордиться. Согласен. Особенно приятно видеть это созвездие сегодня здесь, в нашем зале. И первый мужчина, который поздравит вас всех лично, сейчас поднимется на эту сцену. Мы приглашаем главу Чернушинского муниципального района Михаила Владимировича Шестакова. Добрый день, наши дорогие, милые, очаровательные женщины. Действительно, нам очень приятно, что вы все приняли приглашение и собрались в этом замечательном зале. И у нас, и у меня, и у наших ведущих сегодня появилась очередная возможность поздравить вас с этими замечательными весенними праздниками. Поэтому от всех мужчин, сидящих в этом зале, и вообще от всех мужчин Чернушинского района, я хочу поздравить вас, дорогие милые женщины, с двумя замечательными праздниками. С праздником весны и с наступающим праздником 8 марта. В этот день, наверное, хочется пожелать вам крепкого здоровья, огромного человеческого счастья, любви, не только ваших родных и близких, но и нас, мужчин. Это тоже, наверное, самое главное. А то, что мы вас любим, я думаю, что вы об этом знаете. В этот день, наверное, хочется пожелать, чтобы у нас с вами, вот в этом зале, на самом деле, собрались большое количество женщин, которые работают у нас в муниципалитете. Многие-многие годы. И наши коллеги, которые работают в нашей огромной-огромной социальной сфере. Поэтому я, прежде всего, хотел бы вам сказать огромное человеческое спасибо за тот вот сложный, трудный труд нашей нелегкой работе. Пожелать, наверное, хочется, чтобы взаимопонимание наше с вами было, есть и останется на многие-многие годы. С праздником вас, дорогие наши милые женщины! Спасибо, Михаил Владимирович. Для вас, милые дамы, музыкальный подарок. Вальс оживших теней в исполнении танцевально-спортивного клуба «Виктория», руководитель Виктория Шахова и композитора-аранжировщика Евгения Габова, дворец культуры «Нефтяник». Ваши аплодисменты. Встречайте. Thank you.
Ваши аплодисменты. О, женщина! Сколько о ней сказано и написано. Во все времена ей поклонялись художники, поэты и музыканты. Она была мечтой, улыбкой, вселенской радостью и безграничной печалью. Ее звали Лаура, Беатриче, Елена, Нефертити, Мария, Натали. Любимое женское имя, заветное имя любви Наташи, Татьяне, Марине, мы песни слагаем свои. Поем вдохновенно и нежно о самых прекрасных о них, Светланах, Оксанах, Надеждах, для сердца всегда дорогих. А сколько крылатых фраз из любимых кинофильмов родилось благодаря женщине. Уважаемые девушки, попробуем отгадать эти фразы. Не слышу. Тогда давайте начнем. Гюльчатай, открой личико. Совершенно правильно. Жениться надо на сироте. Всем смешно стало. По-моему, никто не думает. Берегись автомобиля. Конечно. Да. Так, а следующее. Ларису Ивановну хочу. Где у нас Лариса Ивановна Ладыжец? Здесь она. Не виноватая я. Он сам пришел. Молодцы. Знойная женщина. Мечта поэта. Кто-то сказал? 12 стульев. Совершенно точно. Эх, Марфуша. Нам ли жить в печали? Молодцы, угадали. Такие молодцы вообще. Так, следующее. Людк. А, Людк. Тут деревня. Молодцы. И, наконец, студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица. Молодцы. Ну, видимо, фильмы узнаете на ура. Не зря в год кино мы это задали. Тем более такие фразы, которые подходят для каждой нашей дамы. Думаю, со мной согласится председатель земского собрания Чернушинского муниципального района Сергей Александрович Крылов. Сергей Александрович, вам слово. Милые, дорогие наши женщины, мамы, бабушки, это действительно замечательный праздник. Праздник весны, праздник надежды и, конечно же, праздник любви. Хочется вам пожелать, в первую очередь, конечно, семейного благополучия, потому что для каждой женщины семья – это, наверное, самое главное. Хочется пожелать вам любви ваших детей, чтобы мужья ваши любили. У кого есть друг, чтобы друг любил и дарил, конечно, цветы вам. Чтобы вас баловали, радовали, носили на руках, целовали, конечно, вот в этот замечательный праздник, праздник весны, потому что вы действительно самое-самое очаровательное. Самый любимый, самый единственный у нас у мужчин. Поэтому счастья вам, дорогие женщины, благополучия, любви, здоровья и, конечно же, улыбок. Улыбайтесь всегда и радуйте нас, мужчин. С праздником! Для вас, дорогие наши, выступает вокальная студия «Подснежник», руководитель Ольга Старикова, дворец культуры «Нефтяник», «Русская мозаика». Встречайте! Бурные аплодисменты! Oh, shit!
Саша, ты никогда не задумывался, сколько в своей жизни женщины слышат комплиментов? Ой, Сергей, задумывался. Дивный взгляд, лучезарная улыбка, стройная фигура, бездонные глаза, ангельское личико. Здорово. А я все же считаю, что мужчине быть тяжелее, чем женщине. Это почему же? Ну, во-первых, на мужском теле меньше мест, куда можно что-то спрятать. Во-вторых, им, в отличие от нас, не грозит ранняя лысина, как и поздняя, впрочем. В-третьих, у нас с тобой нет выбора, что одеть, юбку или брюки. В-четвертых, сколько бы мы с тобой не улыбались хмурому сотруднику ГИБДД, сколько бы ни расстегнули пуговиц на воротничке рубашки, все равно нам с тобой придется платить штраф. Сергей, ну конечно, если этот сотрудник не женщина. Ну, соглашусь. В-пятых, мы не можем решить проблему, вот просто заплакав. В-шестых, у них никогда не будет тещи. Это бесспорно. Ладно, не увлекайся. Хватит себя жалеть. Мы тут о комплиментах вообще-то начинали говорить. Окей. Саш, вот тебе лично какие девушки нравятся? Красивые, умные, заботливые, целеустремленные, мечтательные, добрые. А тебе? А мне бы твои годы. Но моя девушка – царевна. Ну, прежде чем найдешь одну царевну, перецелуешь столько лягушек. Любимая, таких, как ты, не было и нет. И не надо. Вы все напоминаете мне океан, от которого ну просто штормит. Дорогая, ужин был просто отменный. Да уж, особенно удался майонез. Ну все, хватит, тебя не переслушать. А начинать когда-то надо. Что начинать? У нас же все по сценарию. Это ты про комплименты? Ну, разумеется. Итак, милые дамы, к вам с огромным букетом роскошных комплиментов поднимается заместитель главы Чернушинского городского поселения Александр Федорович Дегтярев. Добрый день, милые, уважаемые, любимые наши женщины. Разрешите от всех мужчин городского поселения поздравить вас с наступающим праздником, с наступившим праздником весны, с наступающим 8 марта. Пожелать вам, наверное, самое главное, быть всегда такими милыми, красивыми. Пожелать еще, чтобы у вас только была радость, весеннего настроения вам, любви ради женщины во все века. И объявлялись войны нами, мужчинами, и заключался мир. А любовь это, наверное, самый-самый двигатель, да, самый главный двигатель жизни, это любовь. Пожелать вам любви, счастья, здоровья, радости в ваших глазах, чтобы весна у вас была каждый день, и мы, мужчины, только вас радовали и никогда не огорчали. С праздником вас, дорогие женщины. Мы вас любим, уважаем и ценим. Спасибо, Александр Федорович. Уважаемый, можно на минутку, да? Буквально 5 секунд. Спасибо, надеюсь, сбудется. Для вас, уважаемые женщины, выступает композитор, аранжировщик Евгений Габов. Шуберт. Серенада. Приветствуем аплодисментами.
пришла весна, а вместе с ней праздник, который мы всегда с волнением ждем. И не беда, что март еще морозен, мы в предвкушении солнышка живем. Она растопит льды, снега и души, и женские сердца воспрянут вновь. 8 марта, даты нету лучше, да будет красота, весна, любовь. С праздником вас, дорогие милые женщины! Для поздравления мы приглашаем на сцену генерального директора акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» Николая Евгеньевича Благова. Спасибо. Спасибо большое. Вот хотел бы банально высказать еще десяток комплиментов и быстрее убежать со сцены. Но так не получается. Скажите, пожалуйста, праздник 8 марта – это праздник для женщин или для мужчин? Я пошел, чего же тогда поздравлять? Действительно, это наш праздник. Вы расспросите настоящих мужчин, они начинают понимать это с возрастом, когда уже женятся. Ну что у настоящего мужчины в этой жизни? Родился, самое теплое, самое вкусное, самое замечательное это мама. Станешь мальчиком, понесешь портфель, зато единственный из класса потихонечку. И так же так вот сравниваешь ее. Мы мальчики, а не девочки. Юноша напишет свои первые строки, корявые стихи, но они будут посвящены или глазам, или косе той девчонке, за которой он вечером ходит. Мужчина соединяет свою жизнь с любимой женщиной. Это брак, это любовь. Как кому повезет, может быть, секунды в этой жизни, может быть, годы, а даст Бог всю жизнь быть рядом и любить ту единственную. В семьях рождаются девочки. У меня 3 дочери, я с полной ответственностью говорю, что так замечательно. Что можно о них говорить? Это же дочери, это же девочки. Ну а дальше у меня уже и внучки там больше 10 лет, и поэтому вся жизнь настоящего мужчины связана с вами, прекрасные дамы. А праздник действительно для нас. Да, мы все к 8 марта подготовимся, напоздравляем вас. Вы нам наделаете полуфабрикатов, мы попробуем 8 марта приготовить какое-то корявое блюдо. Все же мы жители одной страны. Но удовольствие, представьте себе, какая у нас возможность. За год много раз угловатые такие бывают ситуации, в которых, ну как выкрутиться. Виноваты бываем мужчины, а тут 8 марта, и прощения надо просить. Походил по кухне там, достал цветов. Вручил хороший подарок и опять прощен. И все у нас впереди. Спасибо вам большое, что вы есть. Счастья, обыкновенного, мощного, красивого, женского счастья. С праздником, дорогие! Весна. Кружит голову пенящий воздух. Везде витает ощущение радости. Ожидание чуда переполняет наши сердца. И все-таки когда-то это случается. Чудо. Встречайте! Дипломант международных и российских конкурсов, поэт, композитор и исполнитель Виктор Герасименко. «Волшебный дождь». Песня, которую сейчас я вам спою, была написана очень давно мною. Но вот по прибытии в Пермь она как-то по-другому зазвучала на Урале. «Волшебный дождь». Льет волшебный дождь по крышам, долгожданный гость, я увижу его теплую слезу, его мачеху красу. Ему сердцем покажу спасибо и тихонечко скажу, как мило, что сегодня ты идешь, свою песню мне поешь. Я накрою дом одеялом, будет тихо в нем, как бывало, буду слушать до утра в постели твои нежные.
потом снова заведем наш разговор без речи. Странный этот уговор наш, человечины. Утром солнышко взойдет на крышу, дождик все найдет, я увижу на стекле его слова, капельку его тепла. Не печалься, мой дружок, до встречи. День шагнет шажок, будет и вечер. Будем мы с тобой опять по небу вдвоем гулять. Я накрою дом одеялом, будет тихо в нем, как бывало. Буду слушать до утра в постели твои нежные слова. Разговор без речи, странный этот уговор наш, человечины. Льет волшебный дождь по крышам. Сейчас прозвучит, а ветер знает. Для вас с праздником вам здоровья! Даже тех, кому времени хватает. Пройдем по памяти ушедших дней. Верить в доброту в сердце чая. А ветер знает, ветер песню допоет. Мелодию людскими голосами. Душа земная их теплом дохнет. С надеждами, с мечтами. А ветер знает, ветер песню допоет. Мелодию людскими голосами. Душа земная, их теплом охренет. С надеждами, с мечтами. Разведем костер, будет до зари. Песни петь луне, друг другом восхищаться. Тем, что движимы прекрасные мечты. Живы мы и живо наше братство. А ветер знает, ветер песню допоет. Мелодию людскими голосами.
как меня, с надеждами, с мечтами. А ветер знает, ветер песню допоет мелодию людскими голосами. Душа земная, их тепло, как меня, с надеждами, с мечтами. Соберемся в круг, на ладонь, к плечу, подарим свет тому, кто рад. Зачаровался, выдали мне тепло, и я лечу. Творю, кричу, и снова не сломался. Но ветер знает, ветер песню допоет мелодию людскими голосами. Душа земная, с надеждами, с мечтами. Но ветер знает, ветер песню допоет мелодию людскими голосами. Душа земная, их тепло охренят. С надеждами, с мечтами. Тратят на косметику намного больше средств, чем вся страна на вооружение. Ну, согласись, Сергей, что они и победы одерживают чаще. Да, без женщин как-то чувствуешь себя неуютно. Конечно, кто коня на скаку остановит? Да? А кто в горящую избу войдет и меня оттуда спящего вынесет? Дорогие наши, вы что, думаете, что вы лучше всех? Да? Что мы о вас постоянно только и думаем? Что вам нет равных? Что вы смысл всей нашей жизни, да? Молодцы! Ну и правильно думаете! Мы от вас без ума! Встречайте! Вокалист, дипломат международных и российских конкурсов Мария Гавшина спешит вас поздравить! Композиция «Он заботиться о нас». Встречайте! Why should this shine?
Я бы хотела нарисовать полет.
Ну что, дорогие, не устали принимать поздравления? Что-то как-то слабо. Первый ряд нет, там, видимо, устали. Не устали? Нет! Молодцы. Тогда разрешите предоставить слово заместителю начальника Центральной инженерно-технологической службы города Чернушка, общества «Лукойл Пермь» Дмитрию Алексеевичу Бакаеву. Добрый день, наши уважаемые, наши любимые женщины. Разрешите мне от лица генерального директора нефтяной компании «Лукойл Пермь» Олега Владимировича Третьякова, от пермских нефтяников, от себя лично поздравить вас с наступающим весенним праздником 8 марта. Ведь благодаря вам мы живем. Благодаря вам мы творим, создаем и даже совершаем подвиги. И когда нам становится трудно, мы вспоминаем нашу родную маму, взгляд любимой женщины. А знаете, как бывает трудно, но вспоминаешь яркие краски прошедшей жизни. Вот у меня дочка, и когда смотришь на нее, как она беспечно щебечет, играя в куклы, то уже начинаешь преодолевать трудности, совершать самые настоящие подвиги. Спасибо вам за это, за вашу нежность, любовь, тепло домашнего очага. И дай вам Бог здоровья, дай вам Бог любви, настоящей мужской опоры. Дарите женщинам цветы, дарите женщинам улыбки, ведь нет прекрасней ничего счастливых женщин в этом мире зыбком. Дарите женщинам цветы, в быту и даже в праздники. И нет, не ссорьтесь никогда, а долго-долго счастливо живите. Ну и наше поздравление будет, так сказать, неполным, если бы мы вам от лица генерального директора Олега Владимировича Третьякова, от всех нефтяников, не подарим небольшой музыкальный праздник. Будет, значит, небольшой концерт группы «Крылья». Спасибо. Спасибо, что вы есть. Спасибо, Дмитрий Алексеевич. Итак, милые дамы, встречаем группа «Крылья». Встречайте, солист вокально-инструментальной группы «Крылья» Михаил Мазурин на этой сцене.
Добрый вечер, дорогие друзья, Лена Чернавцева, девочка. Вся группа судей, к сожалению, не выступает, не приехали, но я здесь. Поэтому для вас с праздником. Небо на ладони, только сердцу веря. Небо на ладони, нежная сиденья. Во всяком случае, так должно быть. Мы уже не говорим, насколько слова женского рода ласкают наши уши. Любовь, весна, командировка. Ведь существует только один мир, в котором наши души чувствуют себя как дома. Это мир ваших глаз. Прекрасных глаз. И опять я оказался более многословен. Да? Хотя в сценарии этого не было, но я так понял, перед всей армией это я за прекрасный глаз отвечу. Ликуют дети, 8 марта. Помолодейте сегодня, мамы.
В высотах синих пылают звезды, вы всех красивей сегодня, сестры. В букетах зелень и солнце пляшет, о, как весенние невесты наши. Как песня утра капели звоны, вы просто чудо сегодня, жены. Торопят листья тугие почки, во имя жизни растите, дочки. Забудьте байки, чего уж проще, всегда здоровы бывайте, тещи. Нас март окутал счастливой весть. Мы вечно будем, пока вы есть. С праздником, милые дамы. Ну что, милые дамы, давайте еще раз поблагодарим Николая Евгеньевича Благова и Олега Владимировича Третьякова за предоставленную концертную программу. Ну что, рабочий день подходит к концу. Вам всем еще нужно забежать на работу, выключить компьютер, убрать электрический чайник с подставки и бежать, сломя голову, через магазины домой, чтобы приготовить нам вкусный ужин. Ну а нам, конечно, с нашей стороны необходимо пожелать вам здоровья, счастья, любви, побольше цветов вам в этой жизни. С праздником вас, уважаемые наши любимые женщины! Всего вам самого наилучшего! До новых встреч! До свидания!